поликлинике номер 7 на улице Кустодиева появится отделение реабилитации для детей, и медицинское учреждение готовится к своему юбилею. Поликлиника была открыта в мае 1976 года. Сейчас здесь обслуживают около 14 тысяч юных жителей Выборгского района. Особенность учреждения – два отделения – кабинет функциональной диагностики, а также служба скорой медицинской помощи, где принимают около 50 тысяч детей и подростков. Среди них – жители Парголова, Левашова, Осиновой рощи и микрорайона Северная долина. В планах специалистов и расширение работы. Мы бы очень хотели, чтобы у нас было открыто, и мы прилагаем все усилия, стараемся. Это отделение реабилитации. Отделение реабилитации для детей с ортопедической патологией. Что, в общем-то, сейчас в наших условиях это довольно-таки и престижно, и необходимо. Кроме того, в рамках адресной программы в прошлом году в поликлинике отремонтировали пандус для колясочников и новый вместительный лифт. В поликлинике провели работы по ремонту здания и частично обновили оборудование для кабинетов УЗИ и ЛОР, отделения пульмонологии и рентген. Дважды поликлиника становилась победителем профессиональных смотров, а специалисты ежегодно занимают первые места в общегородских конкурсах.